Всем привет, с вами Накинти. Сегодня будем продолжать проходить Сталкер Чистое Небо. В прошлый раз мы забрали хабар и отнесли его Сидоровичу, а сейчас мы должны узнать информацию о клыке на свалке. Поэтому направляемся туда. Да, конечно, задание с хабаром было не такое уж и простое, как хотелось бы, но все равно в прошлой серии мы его достали. А сейчас можно по пути собрать какой-то артефакт, если он есть. Ну, пока ничего не пищит, но здесь впереди аномалия. И кабаны рядом. Ну да ладно. Энергетика кончились. Ну, идти не так уж и далеко. Да, здесь вряд ли артефакты есть, но все же следует проверить. Ведь относительно тени Чернобыля, где в артефакты просто валились на земле, здесь уже такого нет. Так, пробегаем под насыпью. Да, все же в этой части игрок устает намного быстрее. Или же это просто из-за того, что хотя нет перевеса, нету. Так, там уже кто-то с кем-то воюет. Но мы пока просто пробегаем дальше. А, стоп. А, здесь тоже есть путь на свалку, не знал просто. Просто здесь идет основной, и здесь стоят, видимо, военные. Так, тут бандиты стоят. Думаю, будет лучше пройти с этого места. Поэтому бежим сюда. Правда, ствола видно не было. Ну, тот, стало быть, начинает ржать. Вася, ну ты сам подумай, если мы вояк сейчас не прижмем, они же из нас последнюю кровь выпьют. Добро, Валерьян. Жди завтра человека, он тебе доставит все, что у меня сейчас есть. Так, здесь у нас есть командир. За что монстрами обзывать? Его энергетиков тоже нет. Ну, поэтому направляемся на свалку. Вообще, единственный минус свалки в том, что там полно бандитов. И при входе они у нас отбирают все возможные деньги. Но она, конечно, еще радиоактивна. Так, слышишь, ты это? Ты прибери волыну и топай к нам по базарим. Да, уже начинается. А ну-ка стой, фраер! И чтоб ствол твой дулом в землю смотрел! Вот так вот и стой! Молодца! И не дергайся! Все, проходи, не задерживайся! В общем, еще есть... В общем, нужно постоянно слушаться, что они говорят, потому что... Вот, примерно сейчас сказали стоять и не двигаться. Ведь если бы сейчас двинулся, то они бы начали меня стрелять. Слышь, Брайан, шел бы ты отсюда. А то мы, пацаны, нервные, еще шлепнем друг. Да, и лучше к ним не подходить. Ну, в конце концов, если слушаться, что они говорят, будешь жив. Так, они отобрали все деньги. Так. Ну,
кроме бандитов, здесь, конечно же, еще есть и сталкеры свободные. Но только к ним еще попробуй доберись. И там, в том токсичном тумане, вроде бы есть артефакт, но какой, я не помню. Поэтому надо бы его взять. Вот сундук. Пусто. Так. Это вроде бы химический ожог. Аномалия. Так. Появился артефакт. Так, где же он? Где же он? Пишет же, что здесь. А, ладно, потом возьмем. Надо бы для начала купить детектор получше. Если чей-то КПК есть. А, вот. Ничего. Тайника тоже нет. Да, здесь в игре есть три вида детекторов, артефактов, но в основном они очень дорогие и требуют и стоят минимум 1500 рублей. Так, тут аномалии. Здесь повышенный уровень радиации. Ну да, свалка ведь. Так, где-то здесь находится информация о клыке. Итак, мы нашли информацию про тигра, теперь идем к тому другу сталкеру. Так. Побочное задание сейчас только у меня одно, это получить награду, сходя на болото, но туда я не пройду из-за блокпоста военных, а путь туда лишь один. Ведь вы помните пулемет? Выйти было легко, вот зайти обратно будет не легче. Ну хотя бы теперь на АК у нас есть патроны. Я буду периодически останавливаться, чтобы восполнить выносливость, потому что пешком идти очень медленно. Осторожно, мужик, тут собак дофига. На камни быстро лезь. Так, вот бы еще увидеть тех собак. Даже с отключенным фонариком ничего не видно. Я попробую повысить гамму немного. Но уже лучше. Пошли вон, шахты недоделанные. Ага, вон они. Фу, сволочи! Отстаньте от меня! По собакам нужно стрелять, не прицеливаясь, поскольку они бегут туда-сюда. Тут не хрен лезть, куда не приглашаю. Так, мы его спасли от слепых псов. Вот спасибо, мужик, спас меня. Я Васян, будем знакомы. Эх, ну ты только прикинь. Иду я это на запад за сталкером одним. Никого не трогаю. А тут эти твари безглазые. Загнали меня сюда, хрен в одиночку выберешься. Я, блин, у них 3 обоймы высадил. Они все прут, уроды.
Да, сталкер, перещи, свищи. Вот что обидно. Он уже, небось, в темной долине давно. Слушаю тебя. Итак, мы узнали о том, что тот самый клык находится где-то в темной долине. Вот, собственно, я. Здесь база свободовцев. Ну, если говорить коротко, то свободовцы, в принципе, от бандитов ничем не отличаются. Разве что только тем, что теперь не забирают у вас деньги. Так. Путь в темную долину, в принципе, есть и здесь. Здесь бандиты. Как и здесь. Мне все же хотелось бы пойти сюда, в депо. Здесь как бы есть проводники и торговцы, поэтому сейчас попробуем туда пойти. Ладно. Если вдруг что-то не получится, то я просто загружусь и пойдем в темную долину. Но все же есть возможность на этих горах найти артефакт. У меня статистика но с бандитами пока что нейтрален. Но это было видно и на карте, но все же решил перепроверить. Так. Ага. Вот и депо, и как обычно спереди все закрыто. Там вроде бы с другой стороны нам можно оббежать, и там будет полуоткрытые ворота. Надеюсь. Но все же есть постоянное правило в сталкере. Если же враг где-то находится, то значит туда как-то можно добраться. И будь это хоть крыша здания. Да, уже слышно музыку. Но все становится крайне не быстро. Итак. Вот, собственно, и депо, и он. А, тут ворот совсем нет. Вроде бы на нас они не бегут. Я, конечно, не сильно хочу сгруживаться за бандитами, но раз уж здесь есть механик и торговцы, поэтому почему бы не закупиться? Так, это проводник, торговец, вот сундук. Ну, хоть бинты с аптечкой есть. Есть хабар, ну чё там, откуда вот ты такую ботву таскаешь? Так, здесь у него, да, опять же, энергетиков нет, но зато есть... антирадиационные таблетки. Мы можем предложить замен медузу, пожалуй. И к тому же у него здесь есть неплохой бронекостюм, который довольно дорогой. Патрона хватает. Ну так, у него гранату и, пожалуй, еще бинтов. Не, не бинтов, а эти. Ладно, потом установлю. Что ж. Ну, водка здесь уже ценится. Так, мы купили глушитель, может, как-то можно... Да, его можно прицепить на АКМ. Это уже неплохо. Здесь еще кто-то есть. И... Есть что у тебя? Так, это... Ага, ну это, в общем-то, главарь. Ну давай покумекаем.
Значит, гляди сюда. Нужно убрать одного штемпа. Если согласен поработать, я сделаю так, чтобы клиент оказался на старой автобусной остановке за Восточной стеной. Подписываешься? Ну, пожалуй, можно взять ради денег. Деньги в сталкере никогда лишними не бывают. А, черт. Ладно, все равно есть быстрое сохранение, поэтому если что-то пойдет не так, то я загружусь. Да, так придется убить сталкера, но раз уж там лишь он один, поэтому не грозит опасность от других сталкеров. И репутация, скорее всего, не упадет. Кто это? А, это мутанты. А то уже показалось, что все другие сталкеры уже против меня, хоть я ничего еще не сделал. Но в конце концов с глушителем будет легче, потому что с ним будет меньше шума, да и к тому же сталкер стоит вдалеке от всех. И да, я буду выполнять не только секретные задания, но и второстепенные. Ради денег и какой-либо другой награды. Так, вон он. Так, ну он вроде бы один. Здесь нигде других нету, и тем более сейчас темнота. Можно заплатить. Ну, скорее всего, бандиты много не заплатят, поэтому, наверное, лучше. Да. Скорее всего, этого тайника нету, поэтому. Извини. Так, теперь... Судя по сигналу, а войска готов. Вот это в шилу. Твою ЛВ в барыги у зуба. Кстати, думаю, ты в натуре и посложнее дела потянешь. Вполне потянешь. Слушай сюда, а войска сливал мне тигерскую информацию. Ну и, видать, в последнее время тигеры просекли тему, так что толку с него стало ноль. Хотя последние свежаки были ничего так. Тут на севере свалки... Скоро стрела с одним рылом. Но они хотят у него взять партию стволов. Так вот мне надо, чтоб никто, ни до рыла, ни тигеры, оттуда живыми не ушли. Место, где стрела будет, я уже слил на твой ПДА. Так. Сейчас уже что-то не то ночью. Хотя со сталкерами же вроде бы друзья. Ладно, я просто загружаюсь уже. Да, с бандитами лучше. Ах. Что ж такое? Ладно, пожалуй, загружусь уже. Да, надо будет еще раз создавать скучное сохранение. Ведь сталкеры игра непредсказуемые. Постоянно хочется сохраняться. Так, ну и пока что мы не брали задания, поэтому... Есть капу. Ладно, чёрт. Покупаем то, что у нас откуда было. Откуда ты такую ботву таскаешь? Всё, ну и уходим, в принципе, отсюда. Так, сейчас мы направляемся в темную долину.
марш. А, это мои патроны. Но в будущем я все равно буду воевать бандитами, пока что. Ну, да, пока что с ним можно поторговать было. Здесь есть аномалия. Артефакта, скорее всего, здесь нет. Да, ведь в течение Чернобыля практически у каждой группировки или у кого-то у торговцев, просто у сталкеров, был хоть один энергетик. А так у меня хоть и перегруза и нет. Прийти на помощь. 4. Ладно, постараемся прийти на помощь. Это опять тот сталкер. Так, здесь аномалия. Это можно было увидеть и по листьям. Одни мы не продержимся, быстрее! Снорки еще, которых я недолюбливаю. Снорки довольно опасный мутант. Чисто из-за того, что если Жей нападет, то уже не отпустит. Да, носит кровотечение. Повышу еще гамму немного, потому что действительно ничего. Так, уже более-менее. А, ну это были те самые враги. Так. Ладно. Теперь уж точно идем в темную долину. Здесь самый ближайший путь это этот вот, поэтому так. И идем направо. Правда, чего, что сталкер до сих пор не убежал с этого места, непонятно. Или куда? Налево. Да что не так с картой? Вроде бегу и туда, но в то же время не туда. Правильно, клоун. Ладно, побежим, пожалуй, к тому ходу, потому что здесь совсем запутался, куда бежать. Но все же стоило сходить в депо и узнать, что там хоть продается. Так как за прошлые игры я ни разу с бандитом не торговал, только враждовался. Так, там вроде бы кабаны. Сейчас, конечно... Ну... Естественно. Ну, понятное дело, нас не пропустят дальше. И отнимут те 50 рублей, которые у нас есть. Молодца, и не дергайся. Все, проходи, не задерживайся. Идем в темную долину, наконец-то. Я, в принципе, начал бы войну с бандитами сейчас, но у меня, во-первых, нет гранат, и, во-вторых, не так уж и много аптечек с бинтами. Ну да, бинтов много, но на самом деле это очень мало для такой масштабной войны. И к тому же сталкеров на свалок еще нету. Поэтому союзников у меня не будет. Долина на карантине. Убирай оружие и медленно ко мне. Без резких движений. Стоять! Спрячь оружие и не дергайся. Если достанешь ствол, пристрелю. Стой спокойно, брат. Больно не будет. Сталкер, не дергайся. Ты кто такой? Что здесь делаешь? Скорее всего, он уже мертв.
На нас постоянно кто-то нападает. Действуют профессионально, не оставляют нам шансов. У нас вроде бы контроль во всей долине, но это не помогает. Ну рассказывай, я весь внимание. Итак, да. Ну, деньги отобрали еще бандиты, но... Сейчас мы будем идти на базу свободы. Черт, еще одно нападение. Наемник, проверь, что случилось. Нет, давайте на снолсос, а вот это. Командир это вроде бы он, но пока что не особо разговорчив. Есть еще один сундук, который опять пустой. Ну ладно, вскоре там что-то появится. Вот. Так, бежим на то место. В том тоннеле уже движущаяся аномалия. Собаки. Быстро забираемся на. Но трактор не успел. Да, против собак все же лучше АКМ. Но не ружье. Но я хотя бы сохранился тут недалеко. Так, мы прибыли на сигнал СОС, и тут бегут эти собаки. Так, почти перебили. Все. Так. Ну, со свободовцами, конечно, тоже я хотел бы оставаться, поскольку это бывшие бандиты. Так, к тому же, они верят в то, что зона может... что зона полезна, она может привести всякие технологии, знания. Но, по факту, это невозможно. Конечно же, есть группировка Долг, которая считает, что наоборот, что зона это... не совсем уж и полезная вещь. Но... Эй, мужик, ты на территории базы свободы. Жалеть здесь никак не разрешается. Давай ко мне, если вопросы какие-нибудь. Ступай в свободу. Так вот, а Долг, в общем, это против свободы. И лучше, конечно, за них воевать, если можно в них к ним вступить. Сейчас идем к главному. Ёлки. Нам нужно уничтожить пси-собаку возле базы свободы именно здесь. Ходят тут всякие. Ладно, бежим туда. Здоров! Это проводник Кейс. Опять пусто. Но проверить стоило. Здесь яма, конечно же. Ладно, псевдо-собака находится где-то вон там. Да, где-то там находится. Ладно, выключу гамму на всю, пожалуй. Потом у нас наведение поставлено как было. Псевдо-собака опасна тем, что создает свои фантомы. И... как раз таки, чтобы вот затруднить вычислить себя. Молодец, разобрался с мутантами. Теперь давай назад за дальнейшими указаниями. Да, не смог я это показать, но и тем лучше. Потому что с пси-собаками бороться не так уж легко. Так, насчет артефактов. Здесь нет. Так, там еще есть механик, конечно, слева. Оружие.
У нас еще, конечно, он целое состояние. Ну, слушайте, ну хотя бы вы меня можете слышать получше. Да, он хоть наносит и меньше урона, но зато он здесь будет полезен. Да, все же в чистом небе проблемы с выносливостью. Она слишком уж быстро кончается. Как успехи, наемник? Не отвлекай меня по пустякам! Занят я! Так. Теперь приносим в магазин шотово. Так. Ну, показывай, чё? Привет, приятель! И разошлись, как в море корабли. Так, теперь мы должны идти доставить на фортпост мои припасы. Слушай, повезло. Пожалуй, что-то куплю. А, молодец. А я обманул Ашота. Будет Ашот с тобой теперь внимательнее? О, как странно. Теперь продавать водку свободовцам нельзя. А ведь обычно они только ее пьют. Да. Так. Так, что же мы можем купить? О, есть прицел. Тысяча 500. Какой-то, да, антираты пойдем. Еще один кейс. Ну, хоть бинт есть. Это... лучше, чем ничего. Так, а внизу у нас просто коридоры. Да, и тупик. Здесь у нас что? Так, а, там заперто. Сколько же еще будет идти ночь? Так. А сейчас только 11 ночи. Так, можем пойти сюда в бар. Забираем деньги. Ну будь, чувак, жаль, не разговаривались мы с тобой. 10 500. Да, вот здесь уже можно продавать лодку, но мне, в принципе, не нужна. Все. Поторговались, в принципе, и... пожалуй, можно закрепить еще дополнительное задание. Скажешь, брат? Так, тут ничем. Там есть механик. Что скажешь, брат? Это ничем. Ладно, идем, идем к механику. Здорово! Так, я чуть-чуть же долго искать. Будь здоров, парень. Беру. Так. Чиним автомат и ружье. Если... так. Возможно, не хватает модификации. Хотя у нас тут есть флешки вроде бы. Сверхлегких бронежилетов, балансировки автоматические. А на пистолете есть модификация. Можно уменьшить вес или же повысить точность, увеличить емкость магазина, но тогда будут использоваться другие патроны. Или же можем улучшить скорострельность. Ну, наверное, будет лучше улучшить точность. А, он уже установлен. Ясно. Так, у нас не хватает денег, ну ладно. Хотя бы проверили, что мы можем или не можем улучшить. Ну а сейчас мы, пожалуй, будем завершать уже в следующей серии. Отправимся доставлять на фортпост боеприпасы. Поэтому с вами был Иннокентий. Всем до свидания.